Всем большой привет! Я рада приветствовать всех на моем канале. Тема сегодняшнего видео – базовый гардероб для женщин 40-50 лет. Весна-лето 2021. Для женщин за 40 важно иметь собственный безупречный стиль и при этом одеваться в соответствии с модными тенденциями. Весенне-летний сезон вносит свои коррективы в привычный образ. Сменяется цветовая гамма и фасоны, вступают в силу новые законы женской моды. Зрелый возраст – это не повод выбирать только классические вещи. В 40-50 лет гардероб можно наполнить разнообразными фасонами и моделями, но при этом стоит не забывать об их универсальности. Конечно, от мини-декольте и обтягивающей одежды все же нужно отказаться. В пользу приталенного силуэта, умеренной длины юбок, строгость линий. Все это дает гарантию безупречного внешнего вида. Первое – это джинсовый монохром. Под джинсовым монохромом понимают рубашка из денима, джинсовка, джинсы. Также вместо джинс можно выбрать юбку длины миди. Джинсовые вещи обладают практичностью и универсальностью, что позволяет выбрать их даме с любой фигурой, вне зависимости от ее возраста. Еще один важный плюс джинсовых вещей – это их можно комбинировать как друг с другом, так и с одеждой другого стиля. Второе. Юбка длины миди или макси. В сезоне весна-лето 2021 необходимо добавить женственную деталь в виде юбки. Выбирая длину юбки, все зависит от ваших предпочтений. Но лучше купить несколько моделей. Юбка в лаконичном исполнении позволит собрать не только деловые образы, но и пригодится для торжественных мероприятий. И остается только выбрать красивый верх комплекта. А насчет цветового решения и принта, то для базы подходит однотонное оформление в белом, черном, сером, синем цвете, а также бежевый и персик. Брюки белого цвета. Женщинам 40-50 лет лучше всего подходит универсальный белый цвет. Белый прекрасно освежает и позволяет создать стильные образы на разные случаи жизни. Поэтому в базовый гардероб на сезон весна-лето нужно добавить белые брюки. Идеальный фасон – это классический, укороченный 7/8 со стрелками или широкий. Эти брюки в тандеме с деловой блузкой смотрятся очень строго. А если выбрать яркий верх наряда, можно отправиться на праздник. На смену сильно облегающим и приталенным джинсам наконец-то пришел более универсальный свободный крой. Главным достоинством прямых джинсов является то, что они прекрасно сидят на любой женской фигуре, выгодно подчеркивая ее достоинства. Такие модели прекрасно сочетаются с рубашкой, блузой, топом. Классическая рубашка – это обязательный элемент для базового гардероба. Сегодня она является одним из основных трендовых элементов, который должен украшать женщину, представляя ей возможность создавать как классические, так и неординарные модные образы в стиле casual, смарт-кэжуал, романтическом и деловом. Рубашка является универсальным элементом в женском гардеробе. Надев ее, вы всегда будете выглядеть стильно. Комбинируя ту или иную рубашку с брюками, джинсами, шортами, юбками в пол и короткими бриджами. Кардиган – идеальное решение на весну-лето. Расцветку стоит подбирать в соответствии с модными тенденциями. Вязаный кардиган классической длины всегда в моде. Также именно эта модель подходит зрелым леди в 40-50 лет. Кардиганы смотрятся великолепно в любом возрасте, что позволяет присмотреть для себя красивый кардиган всем девушкам без исключения.
Трендовые кардиганы на лето исполнены из легких струящихся материалов. Кардиганы прекрасно вписываются как в офисный, так и в городской гардероб. И при правильном сочетании выглядят свежо и актуально. Женщины в 40-50 лет должны выглядеть элегантно и никакой ветрености в виде коротких юбок и дешевых материалов. Даже в знойную погоду стоит поддерживать свой статус и не оголять большие участки тела. Исключение, если вы не отправляетесь на пляж. Всем спасибо за внимание, приятного просмотра, ставьте пальчик вверх. До новых встреч, пока-пока!